Страна на ушах, Шукшина заплатит за зверство. Актриса не пожалела и не приняла ребенка своего сына. Мария не хочет ничего знать о маленьком Марке. Она не отвечает на звонки возлюбленной сына и закрыла перед ней двери своего дома. Между тем молодой женщине необходима помощь и поддержка. В апреле у Фрейи Зильбер родился мальчик. По ее словам, отец малыша, сын Марии Шукшиной, Макар Касаткин. Во время беременности молодая женщина старалась наладить связь с родными своего парня, который к тому времени бросил ее, но его мать и отец отказались общаться с ней. Пустила ее в дом только бабушка Макара Лидия Федосеева-Шукшина, две дочери которой Анастасия Воронина-Францишка и Ольга Шукшина помогают Фрейе. Об этом стало известно на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Молодая мать не может найти отца своего ребенка, но Федосеева Шукшина заявила, что не знает, где он. «Честно скажу, я не в курсе. Не знаю даже, Макар работает или нет, чем занимается. Он очень ветреный молодой человек», отметила народная артистка.